Кого? Витана. Кого? Не знаю. Витана. Давай тебя. Давай. Но Витана уже умерла. Психологически. Я в самом расцвете сил. Я хочу самую ненакупанную. Я полностью себя контролирую. Пошли монстры против препятствий. Ну, так в сундук никто не лазил. Я хотела, но ответственность... Ты должен проверить свою ловкость. Пхе, не проверил. У тебя нет уха. Деван дэмэдж. Что вы к ушам прицепились? Ну, груши собирают, еще не понял. Сколько? Они бусики делают. Ты же получил 2 урона. Давай все. Не страшно. Давай, здесь все. Ну что, ну да, все. Да, Дана, беги и убивай его. Подожди, нет. Ты получил 2 урона, подожди. А сколько у тебя всего урона? 2. Проверяй страх, Витан. Подвиньте меня. Подвинули уже. Ты страх проверил. Единица. Успех. Успешно. Теперь бей его топором. А проверь еще один раз. Я уже ничего не добьюсь. 4. Минус 4 ты вряд ли проверил, так что, скорее всего, ты получаешь уже. Сколько там? 4. Один урона. Один урон. Ладно, он немножко меня задел. Я не добросила единичку. Мне немножко кидай не хватило. Топор. Давай. Эй, сначала нам карту тарчик. Топор. Видите. Удар топором. Подожди. Она урон получила. Еще что-то? Она получила урон! Стоп, я получила обычный или ужасом? Обычный? Обычный урон. Ага. Окей. Ну, это карточка такая. Так ты комментируешь, что ли? А то нам непонятно, что происходит. Щупальца засранца метнулась тебе аккуратненько по лицу, ударила на единичку. Так, я была просто слишком бесстрашна. Да. Я поняла, что я ничего не боюсь, подошла слишком близко. Но это тебя произвела деморализующий эффект. О боже, я ранена очень серьезно. Я не могу так больше. Я сдамся. Просто убейте меня! Что? Ну все, это психоз. Ты получила единичку хоррора. И твой ход автоматически закончился. Как он сейчас бросился? Ну ж говорю, мы продуем. Ходи, волшебник. Добей его быстро. Ладно. Зверка ужаса. Так, а ты же из-за двери стрелять не можешь? А там темнота. Минус 2 к щеку. Минус 2. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, я еще могу один провалить. Так, ты зашел в комнату. Шиготу. Он зашел, а не Шигот к нему. Какая разница? Each time you enter a room containing another investigator, ну неважно, да, я willpower. Сначала против нее, просто обычно. Да, а потом против Шагота. Кажется, он сойдет с ума. Раз. Черт! И сколько? Уже 9. 9. Давай, давай. И ты с таким удовольствием это комментируешь, ну. Ты тут... Ну, на единичка. Да. Это мой кубик, он шестерки выкидывает, я сошел с ума. Да, вот так вот. Вот это что? Единичка, что ли? Наверное. Анг. Анг? Вот это что, единичка? Или единичка, или десятка? Десятка там нет, единичка. Просто подгоняется, пищи не видит с кубиком. Ну все, он сейчас свалит. Так, ты его сейчас добьёшь. Я далеко, я не дойду даже. Я знаю, что она меня предала. Она предатель. Она помогает Шаготу уйти. Ты отходишь на одну клеточку. Сюда. И стреляешь в нее из дробовика. Проверка этого или что? А я могу промазать и попасть в Шагота? Range weapon. Ты должен проверить ловкость. Ох, спасибо. Где ты был раньше? Я проверил ловкость, что дальше? Удачно? Да. Он наносит тебе 2 единицы урона и может двинуться на единичку. А смысл? Ну не знаю, просто можешь, если хочешь. Перестреляй в Шагота. И карта сбрасывается.
Ты не умер, глянь. Теперь ты можешь выстрелить? Так у меня 10 сенсов. Он уже выстрелил. Раз, два, три, четыре. Раз, то есть он просто потратил экшен не на то? Да. Я им потратил его экшен. Ну все, мы а у меня 10 сценити. А это ты не умираешь. А еще не умираешь? Нет, оценить. Просто не умирает, такие очень злостные карточки, которые. Вот, вот эту карточку я мог сыграть на тебя, когда вот ты в нуле совсем. И что? Теперь она идет. Ну подвиньте меня к зомби, да. Ну я же говорю, мы продули, что тут уже возиться. Я не боюсь зомби. Еще я не могу от него уходить, потому что там зомби. Там но я могу пытаться эвейдиться, не знаю, какой в этом смысл. Я эвейдилась. Я подошла. Все. Где вот это раньше было? Все. Тихо, ну. Ну что, ну, он уходит и все. Че, ну? Да елки-палки. Я что в этом? Я в этом виноват? Конечно. Да. Ну, что? Если бы не темнота. Да тут хоть не, даже не темнота, а хоть один из факторов. Просто с кубиками не повезло. С кубиками не повезло. Тебе повезло, что не повезло. Так хорошо. Если повезло, ну, на самом деле, да, то есть вам один выход повезло. Так ну, я и говорю, атака. Одна атака. Раз, да ну нафиг. У него два хитпоинта оставалось. Мы никогда в это не выигрываем. Кто бы в него не попал. Да выигрывали не раз. Один. Вы один раз проиграли в это. Значит, я играла всего два раза. Потому что я в него один раз выигрывала. Из двух. Хороший статистик. Ну смотри, я такого портуните. Давай. Максимум, что ли? Попал! Ты убил его. Вот видишь, вот когда не надо, вот и не попал. Ты еще не стрель больше стреляй, ему спину. Я вредница, когда выстрелить. Не надо, все а? Что угодно. Можно я в него выстрелю? ПВП! Все. Что там было за хрень? Улика? Ну понятно, мне интересно, что знак. Прочитай. Мы же должны найти тело. Где-то в городе Уолтер попытался использовать это вот он. Твою собственную эту плоть и кровь, чтобы провести древнее вызывание. Земля затряслась. Мне нравится. Книги посыпали. Книги и всякие безделушки посыпались с полок. В огороде? Не, в доме вообще. Ладно. Откройте цель и выведите. А. И застанете каждого шагота в игре. Mm-hmm. Что-то может быть несколько шагов. То есть если бы внизу, то было бы клево. Я мог принести еще один и вызвать еще одного шагота. Но зачем? Зачем, если мы так продумали? А если бы мы открыли цель и не дали бы ни один зубик? В смысле? Ну один шагот бы все равно вышел, наверное. Нет. Если когда вы открываете, ну цель открывается в разных там разные условия для открытия цели. Не, ну, на самом деле вот если бы вы как-то продержались, да? Ну. То есть вот. Если бы ну, закончилось время, то вы бы победили, если бы шагот не успел выйти. Ну так я и говорю, в последний момент. Вот что больше всего бесит. Последний раунд. Одну атаку, блин, не дал. Кто виноват? Правильно, опять арка во всем виноват. Что, арк тут ни при чем? Я бы пытался перевести стрелки. Я поняла. Что сразу вот... Что сразу косой? Потому я и категорически не хочу быть мастером. Ну нафиг такое развлечение. Да весело. Не, мне не нравится. Не, на самом деле я вот до тех пор, пока не перевернулась эта колода, все было очень плохо. То есть сам, ну почти все карточки вначале растрачены и... Ну у нас-то в принципе все. Ну и здесь плохо. Опять же, здесь набор карточек у мастера слабый. То есть там потом появляется. Я был вечно хорошая. Я ослепевал вещи. Ну, то паника, то темнота. Да, нет, вначале все было очень хорошо. Ну вообще, отличный дух не разведали. И вот в последнем раунде я ни одна атака не прошла. Меня вот отодвинули. Нет, в двух последних раундах нифига не прошло. Я так обиделся, что вот это вот не слетело. Вот вообще для меня это было. Киса, стоп. Две угрозы прокатил. Киса, ты куда? Я не специально. Но мы почти его убили. Какая разница? Мы его догоним, ладно, мы проиграли! Один выстрел с дробовика и все, его мы нет. Его догоним, плевать, мы проиграли! Догоним и убьем. Один удачный удар с кулака и он умрет. Да понятно, что это, я говорю, любая одна атака. Ну осталось два хитпоинта. Ну, убьем. Топором можно просто. А потом просто. Еще и его убьем. Шевелусь топором в него. Стреляй тут в меня. Ну,
Что? Закончилась Сэнити. Стал целью Каки. А я могу его мечом кинуть? Власть Вифан. На самом деле я могу... Тут как бы... То есть да, карточка, я за него стреляю, но в принципе, не знаю... Я просто не понимаю, почему ты тратишь в экшен. Мой же не потратил, когда я в панике убегала. Там разное, понимаешь? Разные действия. Пофиг. Догоним и убьем. Мне не пофиг, потому что еще не догнали и не убили. Нет, следующий ход может подойти он к двери и стрельнуть об эту спину. Он уже вышел. Он вышел. Догоним. Он за дверью. Условия проигрыша соблюдены. Он стоит у крылечка. Хорошо, там кольцо, договорились. Не знаю. Если совсем к словам придираться, то здесь не написано, что он тратит свое. Значит, не тратит. Да ладно. Нет? Ну там не написано. The keeper must move you up to one space and then choose an investigator for you to attack as if he were a humanoid monster. The keeper chooses which of your weapon to use. Чего? Да, здесь не написано, что типа. То есть как бы да, как бы я им управляю, я выбираю, каким оружием он стреляет, все. Но. Но это не его действие. Хорошо. Проверь что-нибудь. Да ладно. Нет, проверь что-нибудь. Рейндж. Тест марксманшип. Опять. Ну там была ловкость. Поздно. Ну это была та карта. Пять. Ну, а у тебя четверка? Да. Ну тогда продули. Какая досада. Почему дробовик будет присаживаться самым низким? Ну? Потому что я нашел его. До этого работало, работало до этого. А у тебя хорошо стреляет, лучше, чем лучше. Метр, да. Ну все хорошо, хорошо, себя. Сейчас я найду, где ловкость. Нет, да какая же разница? Но все равно марсманшип. Там почти все марсманшип надо. Да. Ловкость и сила в основном для ближнего боя. Ну, простите, я, в общем, не хотел. Ты чего? Ты должен был победить, это же твоя цель. Нет, моя цель, чтобы Шагот вышел, я не хотел побеждать. Ну стоп, десент мы не дали гоблинам снопы утащить. Да. Вообще унизительно. Там просто, там зомби этого, Тарх затащил.